Нил Хауэрбаку проводит этническую чистку. Либо скажите об этом, либо навсегда заткнитесь по поводу прав человека. Азербайджан проводит этническую чистку 120 тысяч человек. Либо скажите об этом, либо навсегда заткнитесь по поводу прав человека. Об этом в своем микроблоге X написал американский журналист Нил Хауэр. Ситуация сейчас в Нагорном Карабахе очень проста. Местные власти сдались, и Азербайджан проводит массовую этническую чистку среди 120 тысяч человек. Либо говорите об этом, либо навсегда заткнитесь по прав человека.